На момент создания в 1939 году Щелковского водоканала в его ведении была одна артезианская скважина и водопроводная сеть длиной 8 километров по улицам Советская, Октябрьская, Коммунальная и поселку Большевик. Сегодня производственные мощности насчитывают 78 скважин, 28 насосных станций и локальные очистные сооружения. Общая протяженность сетей почти 700 километров. Но главное достижение предприятия – это его коллектив. Я вам скажу, что у нас замечательные люди. Люди бывают разные. И вот то, что за два года практически моей работы ни одной анонимки, ни одной жалобы, это тоже свидетельствует о здоровом климате в нашем коллективе. За это просто отдельное, огромнейшее спасибо всему коллективу. Знак отличия и благодарственное письмо губернатора Московской области получил главный инженер межрайонных очистных сооружений Сергей Толстых. Вы наша гордость. Я искренне говорю, что когда я встречаюсь с другими территориями Российской Федерации, я с большой гордостью говорю, что у нас самый замечательный водоканал, это Щелковский. Я везде, вот на всех семинарах обучающих, я всегда говорю, учитесь у Щелковского водоканала. Многие отличившиеся сотрудники предприятия получили грамоты регионального министерства ЖКХ и руководства Щелковского района. Вода – стратегический ресурс. Все можно заместить. Свет, тепло, можно там от костра, можно от камина, от печи, можно от батареи, от котельной. А вот кроме воды ничего не заменяет. Человек на две трети состоит из воды. Вы управляете самым важным стратегическим ресурсом. В будущем году на базе Щелковского водоканала предстоит создание единого предприятия, которое объединит инфраструктуру 5 муниципальных образований Подмосковья – Щелковского и Пушкинского районов, городских округов Королев, Ивантеевка и Фрязино. Сергей Дадык, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».